Десятая заключительная серия маршрута Москва-Крым. Покинули город Севастополь. Впереди опасный перекресток. Ограничение 10. Направление в сторону Симферополя. Впереди опасный перекресток. Ограничение 10. Лабораторное шоссе. Комментировать больше, скажем так, нечего. Сами все видите. Дальше, наверное, просто... Впереди опасный поворот. Ограничение 50. Музыкальное сопровождение включу. В ближайшее время начну размещать видео Москва-Крым на втором аккаунте без ускорения, с оригинальным аудио. Кому интересно будет смотреть, добро пожаловать. Впереди опасный поворот. Ограничение 40. Хочу предупредить, что ненормативная лексика... Поэтому заранее убавьте или полностью отключите звук. Купюр никаких не будет, все будет в реальном времени, оригинальное аудиосопровождение. Поэтому детей, женщин уберите, ну, кто будет смотреть. Даже стояние в пробках под Ростовом, у кого, конечно, хватит терпения это все выдержать, то все эти серии тоже будут размещены. Может быть, дойдет информация до нужных уровней, что о правительстве думает народ, вот стоя в пробках, в дискуссии на трассе, в эфире на 15-м канале между дальнобойщиками. Но это видео в основном будет так видовое. Смотреть картинки, слушать разговор в эфире на 15-м канале. Ну, заехал на автомойку. Цена приятно удивила, низкие цены по сравнению с другими автомойками в России. Хорошо помыли автомобиль, ребята. Большое им за это спасибо. Познакомился с водителями, которые заезжали на автомойку. Так поговорили, пообщались.
Следом за этим видео закончу размещение видео Москва Красноярск. А далее видео Россия из окна поезда. Это от Красноярска до Москвы. Съемка в светлое время будет. Требования удалить видео. Сейчас. Вот так.
Те, кто будет смотреть полное видео маршрута Москва-Крым, то хочу сказать, что на трассе попались мошенники. Я остановился, ну, отдельно не стал делать видео, вот, но весь разговор с этими проходимцами на трассе вы сможете увидеть. Я остановился, он подошел. Я приоткрыл правое окно немножко. Ну, весь диалог вы услышите. Я был не готов к встрече с ними на трассе, поэтому как-то комком получилось все. Он увидел, что видеорегистратор снимает его в лицо. Он сразу поменял тематику, поменял способ развода. Это можно будет увидеть, но уже после пробок, когда отстояв в пробках, было открытое движение. Ну, короткий эпизод, там около минуты, наверное, не больше. Я по всей вероятности, наверное, закончу что-либо комментировать, рассказывать. Движение по трассе Симферополь. Немножко покатался по городу, покрутился показать город. Ну, движение плотное было. Поэтому, чтобы не стоять в пробках, так вот немножко захватил поездку по городу. Вот, ну, на этом я заканчиваю свой комментарий. Благодарю вас за терпение, которое вы проявили, просматривая это видео. Ну и надеюсь, до новых встреч.
Yeah.